А сейчас перед вами выступит, не побоюсь этого слова, девочка-феномен. Для нее нет тайн. Она ответит на любой вопрос. Спросите ее о самом сокровенном. Как меня зовут? Дмитрий Сомин. Братья, точно, выдают. Вы справа, рядовой Сергей Пантелеев, родом из Тулы. В школе у вас было прозвище Моцарт. Точно, ну, мужики, сейчас узнаем, когда наступление начнется. А я вот хотел спросить, скажите, а сколько мне еще жить осталось?